друзья, мы с вами находимся на мероприятии таком интересном. И вот тут такое табло. Да, это, друзья, на мне такое, я представитель прессы. А вот, друзья, наша старая знакомая, так, Инна Ефимчик. Всем привет, мы вот на своде поставили первый раз свой столик со своим красивым баннером. Это White Summer, да. Это компания ваша. Да, более того, у нас есть теперь такие замечательные книжечки, так, которых, это не просто все про меня, это я рассказываю про открытие компании, всякие такие вещи, которые, может быть, раньше мы как раз с Михаилом обсуждали на его канале, и в том числе я пишу про эти вещи. Вот теперь будет такая книжечка, она будет доступна в электронном формате тоже, и можно будет... Пока ее нету в PDF, да, нету? Ну, в принципе, есть. Да, друзья, это Семен. Семен в офисе у Ирины, да, занимается иммиграционными вопросами. Да. Ваша функция здесь, вот вы на большом таком тустнике, значит, какие задачи вы сейчас решаете? Сжать руки и улыбаться. Так. Но интерес есть какой-то? Да, люди подходят, спрашивают. Инна продолжает утверждать, что меня и так все знают, что здесь неправда. И я готов познакомиться с как можно больше других людей. Вы видите, друзья, здесь много стендов, много людей. Они одни приходят, чтобы рассказать о том, что у них есть. Другие приходят, чтобы узнать, что у людей есть. А это мы сейчас в зале, где проходит сама конференция. Вы видите там сцену. Вы видите ребят. Называется это свод. Silicon Valley Open Door. Такая организация. Вы можете найти ее на интернете, можете погуглить на своды. Мы тут не единственные, кто снимает. Видите, тут есть народ. Объявляется регламент. Вы видите презентацию. My name is Dan Dryman, and I'm the CEO of Econix. I'm here to discuss cloud-connected smart beacons. So first, to level set, what are beacons? Beacons are small Bluetooth transmitters that can be detected by smartphones that are helpful both for business intelligence. So... Да, меня зовут Павел Черкашин. Я возглавляю венчурный фонд GVA Investor in Partners. И мы инвестируем в стартапы на ранней стадии здесь, в Кремниевой долине. И еще помогаем предпринимателям советами и связями для того, чтобы развиваться. Друзья, перед нами Дашенька. Это название компании вашей, да? Да, Cinemood. Cinemood. Это портативные семейные кинотеатры. Кинотеатры? Да, такой небольшой кубик. Кубик? Кубик, проектор, загружен внутрь контент. Ребята, смотрим. Это с той стороны идет, а мы видим уже... Да, это называется пленка обратной проекции. Она будет входить в набор для тех, кто сейчас делает заказ на Indiegogo. И почем вещь? Сейчас можно купить с большой скидкой, стоит $229. Вообще вся эта конференция, на которой мы находимся, происходит практически на кампусе компании Microsoft, но это не совсем так, в музее. Тут есть такой компьютерный музей, музей компьютерной истории. Я когда-то снимал в этом музее, давно, когда мы только канал наш начинали. Если вы поищете, там есть. Евгений Сысоев, управляющий партнер Avengers Capital. Adventures Capital. Avengers. Avengers Capital. То есть вы где-то из Киева, да? Откуда вы? Мы проводим время 50/50. Да. У нас два партнера, которые основали компанию. Мы проводим время, у нас жены базированы в Киеве. Да. При этом у нас основной бизнес в Америке. Что мы делаем? Мы берем украинские стартапы, которые имеют глобальный потенциал, особенности выйти на американский рынок, помогаем, инвестируем в них деньги, помогаем им выйти на этот американский рынок. Алексей Гирин, управляющий партнер Starta Capital, посевного фонда и Starta Accelerator в Нью-Йорке. А посевной фонд, это он что сеет? Сеет деньги. Так. Конечно, не сеет, а инвестируем на пресид в компании, в которых еще нету какой-то статистики пользователей, то, что можно анализировать. Соответственно, вот как институциональный инвестор, который работает в
в этой нише мы, наверное, достаточно уникальны, потому что обычно в этой нише работают ангелы, но не институциональные инвесторы. Конечно. Даниил Столяров, я работаю в венчурном фонде «Алмаз Капитал». Инвестируем в технологические компании, которые в разной степени, но используют разработку, используют технологии, которые рождаются где-то на пределах Восточной Европы. Почти все наши компании базируются в США, но при этом их R&D, то, что называется, разработчики, девелоперы, обычно находятся где-то между Прагой и Владивостоком. Вера Шойкина, управляющий директор банка Silicon Valley Bank, банк Силиконовой долины. Но это банк просто как вот обычный банк или он инвестиционный банк? В чем специфика? Нет, это коммерческий банк, который работает исключительно с венчурными фондами и с технологическими компаниями, у которых есть поддержка венчурных фондов. То есть у вас нельзя открыть там счет? То есть вы даете... Можно открыть счет, именно этим мы пришли и занимаемся. У нас доля рынка 65% среди венчурных фондов. Да. То есть 2/3 всех венчурных фондов Америки, клиенты банка. И 50% доля рынка среди инновационных технологических компаний. Вот он, друзья, музей. Вот там покушать, сувениры. Проходная. Вот. А я возвращаюсь в офис. Наконец-то я снял камеру со штатива, который мне только мешал. Вот. И так показываю вам музей компьютерной истории. Вот тут народ в кулуарах отдыхает.